Кропивницком подняли украинский флаг, привезенный из Донецкого аэропорта. Легендарные киборги установили его там ровно 3 года назад. Во время ротации военные забрали стяг с собой в память о погибших товарищах. Подробнее Елена Брынза. Плац воинской части 3-го отдельного полка спецназначения. Стяг, привезенный из Донецкого аэропорта, торжественно несут под звуки гимна Украины. В небо он взмывает впервые за несколько лет. Боец с позывным «Тайсон» лично видел, как устанавливали этот флаг в Донецком аэропорту. 23 августа 2014 года двое смельчаков, Евгений Подолянчук и боец с позывным «Док», пошли на риск. Прикрывал их снайпер «Сандора». Со всех посадок я было видно этот балкончик, поэтому она не была там безопасна. Это очень важливо было для нас. Еще плюс то, что постоянно пытались его сбить, то есть сепаратисты, минометами, снайпера, то есть их это очень бесило, а нам было это в радость. Евгений Подолянчук через месяц получит тяжелое ранение и умрет по дороге в больницу. Для его товарищей этот стяг не только символ гордости. Это память о тех, кто так и не вернулся. Бачил, да, что он был и посещен осколками, да, и, как бы, можно сказать, нагадывал эти події, спало в памяти все то, что было там, відбулося. Вместе с государственным флагом над частью подняли стяг полка и черный холодноярский с девизом «Воля Украины или смерть». Кожного разу при поднятии прапору гимн Украины, это то, что потрібно. Это потрібно и для души, и для розуміння, что это наша держава, мы повинні її захистити. Бойцы рассказывают, начиная с этого года у них новая традиция. В день государственного флага и в день создания воинской части будут поднимать стяг, который считают символом воинской чести и доблести. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий.